Представьте себе кубик с ребром 10 сантиметров, сделанный из проволоки. Вопрос. Можно ли этот кубик сложить из куска проволоки длиной 12 дециметров, если резать и паять запрещено? Это первый пункт задачи. И второй пункт задачи. А какая длина потребуется, чтобы сложить? Вот представьте себе, вам нужно сделать проволочный куб. Запрещено паять и запрещено резать. Но несколько раз по одному ребру проходить можно. Какой кратчайший кусок проволоки вам потребуется использовать? 6 дециметров. 6 дециметров. Чушь. 8 тоже. У куба сколько ребер? 6. 6 ребер? Уверены? 12. 12 ребер. Можно ли из проволоки согнуть куб, пройдя по каждому ребру по одному разу? То есть 12 дециметров, если у куба сторона 10 сантиметров, это означает, что мы должны по каждому ребру пройти по одному разу. Так можно это сделать или нет? Нет. Нет. Если нет, почему? Потому что из каждого выходит по 3 грамма. Из каждой точки выходит по 3 ребра. По 3 ребра. Замечательно. И что важно? Какое свойство числа 3 вам сейчас важно? То, что из... 3 число... Нечетное. Отлично. А какая же длина? Какая минимальная длина куска, из которого можно все сделать? Да? Только 10. Если из 12 нельзя, как интересно, вы сделаете из 10? 24. Ну это да, это каждое ребро дважды пройти, это уж точно будет везде чудное. Но это вы переборщили, да? 13. Неверно. Ребята, ищите, рисуйте. 15? 15, правильный ответ, покажите как. 2, 3, 4, 5, ничего, ничего быстрее. 6. Нет, вы не здесь, внизу. 6. Да, да. 7. 8. Ну, когда-нибудь придется дважды пройти. Давай, давай. 9. 10. 11, 12, 13, 14. Так, не получилось. Спасибо за тебя. Прошу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Тоже не получилось. Садитесь. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Молодец. А теперь объясню для всех, как можно было это сделать легко. Господа, здесь у нас все вершины равны степени равны 3. Давайте-ка я нарисую вот это ребро. Вот это ребро нарисую, что оно дважды тройки. И вот это ребро, что оно дважды. Скажите, пожалуйста, какие степени теперь выше? Это всем понятно? Да. Так, здесь вот степень 3, здесь степень 4, здесь степень 4. Обратите внимание, получилось в точности утверждение соответствующей теореме Эйлера. Две вершины четной степени. А все остальные какой степени? Четкие. Значит, этот граф универсален. Ну и дальше надо просто взять и нарисовать его, не отрывая от доски. Это по теореме Эйлера можно сделать.